Оскар де ла Хойя в интервью BoxingScan.com прокомментировал возможный бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина. Теперь после отказа Головкина от боя в июне у нас есть потрясающая возможность сделать 2017 лучшим годом в боксе за последнее время. Канело Чавес, Джошуа Кличко, потенциальный бой Канело Головкин в сентябре. Это поможет боксу по-настоящему вернуться. Это моя ответственность как промоутера, и поверьте, я вас не подведу, заявил де ла Хойя. 27-летний чемпион мира по версии IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа вчера на процедуре взвешивания за сутки с небольшим до выхода в ринг показал самый большой вес в карьере – 113,4 килограмма. По словам Владимира Кличко, который продемонстрировал наименьший вес за 8 последних лет, впечатляющая мускулатура британцу сегодня на ринге стадиона Уэмбли в Лондоне не поможет. Никогда еще не видел AJ таким здоровенным. Он сейчас такой крупный, как Арнольд Шварценеггер на пике формы, но все же у меня чуйка, что это мой вечер бокса. Он панчер, а я боксер, который может ударить. Британский чемпион мира IBO во втором среднем весе Крис Юбинг-младший рассказал о несостоявшемся поединке с Геннадием Головкиным. «Я все еще хочу драться с Головкиным. Наш с ним поединок был украден. Мы вели переговоры и были готовы подписать контракт, но Эдди Хирн отдал бой Кэлу Бруку. Хирн пошел легким путем. На это промоутер Эдди Хирн, пытавшийся организовать этот поединок, рассказал BoxingScan.com об актуальной ситуации. Юбинги не хотели этого боя. С Головкиным у нас хорошие отношения. Я уверен, что он проведет бой с Канело в сентябре. Что касается Юбинга-младшего, то я не буду с ним работать, пока его отец вовлечен в переговоры. Так удерживать боксера – это слишком жестко. Мне жаль Криса, потому что он очень талантливый. Я бы сделал из него суперзвезду, но пока он в миле от этого».